Все, дикари приехали. Тук-тук-тук. Пустите меня во вторую серию влога. А-ха-ха, привет! Добро пожаловать, молодцы, что дождались нашей второй серии. Пойдемте, проходите. Это наша... В общем, у меня сели все аккумуляторы на камерах, поэтому снимаем на телефон. Заходим здесь у нас кровать. По очереди, Вика, по очереди. Ой, мы узнали, что это означает. Марухаба. Это значит... приветственное послание, то есть добро пожаловать. Это говорит, добро пожаловать, Вики-шоу. Вики-шоу, Сан-Сиам и Ровели нас так приветствуют. Здесь у нас столик, тут есть фрукты, всякие вкусняшки. Приветственные вкусняшки, что-то, смотри, welcome home, добро пожаловать. О, и даже что-то тут со льдом положили. Для взрослых тебе нельзя. Дальше. Так, тут телевизор, диванчик. Так. Диванчик очень мягкий, прыгает. Прыгает. Для... Фика, ну-ка попрыгай. Ну, здесь не надо. Надо, надо. Прыгается. Видишь, прыгаю, значит прыгай. Подожди, а на большой кровати попрыгай. Жалко, жалко. Жалко, сейчас испортит. Нет, ну, попрыгай, попрыгай. Нет, нет, не прыгай. Я еще сторис не сняла. Прыгай, прыгай, а потом ладно, поправим. Аккуратно. Давай, проверим. Прыгай. Давай, прыгай. Ты же... Куда? Куда дальше? Ладно, комнату покажем. Я заблудился вообще. Всем тишина. Всем тишина. Вика. Что такое? Вика под впечатлением. Такой крючок сейчас какой-то. Сейчас все упадут. У бабули в деревне, в туалете. Ну это же ближе к природе. Даже туалет здесь на улице, представляете? Обалдеть, мы на улице и здесь. Да. Зато вентиляцию не надо включать. Зато тут два душа. Ближе к природе. Так, что хочешь? А, Валентина. Валентина, я на Мальдивах. А кто такая Валентина? Это твоя учительница по-русскому? Нет, это у меня такой есть про Валентину. Это туалет, здесь душ. Здесь душ. Так жарко. Ух. Так, Вик не уже ванну принимает. Вот мы ни разу ни в одном отеле не купались в ванной, да? Здесь будем. Будем? Да, я думаю, да. Вик. Мама, вдвоем? Здесь два душа. Если дети нам дадут. Вчетвером. Смотрите, здесь такая есть тропинка. Так. О, еще один душ. Да, и тропинка к следующему душу. А, это к тому самому. Ага, класс. Так, идем смотреть океан. Не океан, лучше океана, идите сюда. Так, да, самое интересное снаружи. Крючочек, самое главное, да, крючочек, чтоб не ограбили. Был что грабить-ка. Ты не можешь? Закрой. Нет. Все, папе надо доделывать. Все, попал. Что там? Ребенок 2 года ждал этого путешествия. С ума сошел ребенок. Тут есть мой собственный стул со столиком, телевизор и моя кровать. Ты будешь и тут спать? Да, да. Извиняюсь, окошечко такое, я могу проследить. И собственный бассейн. Это очень сейчас красиво. Сейчас она в одежде. Слабо прям в одежде прыгнуть. А можно? Конечно. Можно, правда? Я тоже сейчас прыгну, а чего такого-то? А зачем носки снимаешь? Просто носки. Хоть носки спасем. Только надо прям прыгнуть. А тут можно прыгать? Тут нельзя прыгать. А, прыгать. Вау. Нельзя, она ударит, да. 1 метр. А че она ледяная? Красота какая, ляпота. А дальше еще холоднее мне. Что, холодная вода? Да, тут замели глаз да глаз. Да. Вообще круто. Ты же хотела прыгнуть. Ну не надо! Вода теплая. Не надо! Вот так! Все, дикари приехали. Так, сейчас я покажу вам мою
море залезать на глубину, это не мое. Но в бассейне, смотрите. Ты что больше любишь, бассейн или море? Вика, у тебя что-то какие-то прокладки уже выплыли. Какие прокладки? А что это такое? Это салфетки! Пипец, я их в самолете искала, на! Доказательно, что это салфетки! Какой снег, да? Горячий, да? Мальдивский песок, который не нагревается от солнца. Да? Амелия, круто? Песочек. Пойдем в море, пошли. Пойдем водичку потрогаем немножко. Пойдем. Папа, смотри. Амелия такая задумчивая. Класс. Аня, смотри. Море. Пойдем. Первый раз. Амелия. Буль-буль! Вот так, молодец! Слушай, а Вика у нас первый раз море увидела и испугалась! Очень сильно испугалась. Мы неделю, наверное, привыкали к нему, только под конец той поездки, да, это был Кипр. Ага. Только под конец поездки она смогла зайти. А это смотри какая! Нравится тебе? Классно! Переезжаем в Дубай! Сразу села. Попе холодно. Попе холодно, вставай. Все, памперс намочили, да? Там сидит цапля. Или кто это? О, там камерка классно приближает. А Вика теперь не вытащить из бассейна. Даже море не нужно. Ты знаешь, как сегодня проведешь день? Ты знаешь, как у тебя начнется день сегодня? А? Вставай! Вставай! Ами уже проснулась. Ами! Ами! Привет! У тебя сегодня начнется день, как у царицы. Царица моя. Вставай! Вставай! Сегодня твоя мечта опять немножечко сбудется. Мы заказали эксклюзивный завтрак в бассейн. Как это? Так это сам не знаю еще. Ни разу не видел, я же не был царем. Да. Уже готовят сюрприз для Вики. О! Ами. Несут завтрак. Good morning. О, там что, еще шампусик, что ли, мать? Вау! Это ж не для Вики. Can we serve it in the pool? Yes. Yes, класс. Такой плавающий плод. Плавающий завтрак. Конечно. А, вода-то холодная! Просто бомба! Завтрак готов! Ладно, все неси, да, Вика, хорошо? Это... Мы тоже хотим. Это на всех, да. А это кто? Это папа подложил. Подложили кого-то. А, господи. Ами, будешь что-нибудь? Ами. Давай покусим. Просто у меня слов нету. Это так красиво. Так, уйдет. Сейчас с него по чуть-чуть будем. Где у нас главные уборы? Так, тут нам еще подложили... Что подложили? Для взрослых бутылочку. Надо ее убрать. Холодно. Да ладно. Вчера весь вечер купалась, а сейчас холодно.
Вечером вода теплее становится. Мне плыть за ним? Можешь позвать его к себе. Ладно, все, Вика экстремал. Так, смотрите, если вам в воде холодно, сначала нам нужно сделать небольшую разминочку, вот так вот потихонечку охладаемся. Ну а теперь, когда вам нечего... Реально холодно, не холодная же вода. Вот залезь вот по колено, очень холодно. Я сейчас с удовольствием залезу, Вика. Когда я нырнула, он уже поплыл обратно. Очень справедливо. Он ко мне плывет, к самому голодному. Нет, я тоже голодная. Фу. Так, с чего начнем? Давайте с арбузика. Так-то там вилки есть вообще-то. А? Так-то там вилки, говорю, есть. Извините, пожалуйста, не заметила. Сосисочки, надо попробовать сосисочки. О, какой запах. О, кокосики. Я по вам так скучала, папа. Сколько лет я кокосы не ела? Сколько лет? Это с 19-го года. Вообще-то этот запах. Лихо, два кокосика принесли для мамы с папой. Ну не ладно, понял. Мой тебе. Я тебе свой отдам. Спасибо. Так, тут трубочки как раз есть. А вот это что за соки, да? Это соки и молоко для мюсли. А, молоко. Это у нас клубничный сок. Это что? Я не знаю, но смотри, я пью кокосик. Так, пробуем. Я вспомнила свое детство. Это настолько вкусно. Ну что, еще одна мечта сбылась. Можно положить ее в копилочку. У тебя в копилке уже сколько? У меня 8. 8? А еще сколько? А еще должно быть 15. Еще миллион. Мечтать надо всегда много и по-крупному. Но они все время появляются, поэтому их будет очень много. Ну что, налетай? Налетай. Так, вот это чур мое.